Всем привет! Я продолжаю сегодня играть в Marvel Битва Чемпионов. Ну и мы открываем кристаллы. Один. Поехал. И что же это? 525. Пожалуйста. 75, как всегда. Никогда не дает 525. Вернемся к кристаллам. Так. Пожалуйста, кто-то новый. Да, 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 да. Нет, нет. Дубликат. Ну почему же так? Да, да, я понял. Вернемся к кристаллам. Так, что это? О, давайте тут нового бойца, пожалуйста. Да, да, нет, 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 даже не боец. Ясно. Вернемся к кристаллам. Так, теперь вот это откроем. И что ж тут? Зеленый, золото и красный. Шар какой-то. Красный. Ясно. Вернемся к кристаллам. Так. А вот это что? Оу, не хватает. Попробуем-ка фортуну. Фортанет на бойца. Пожалуйста. Бойца, нет, 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 ну нет. Не бойца, а 10 тысяч золота. Ладно, ничего. Так, откроем еще тут. Откроем-ка десяточку. Продолжим. Стоп, тут и боец падает? Лучшим чемпионов тогда еще. Так. О, карате у меня появился. А это что? Улучшение. Ясно. Так, ага. Опа, опа, опа. Оу, 10-й уровень. Очень прикольно. Да, 10-й уровень. Гамора. Так, ага. Понятно. Понятненько. Да, да, я знаю, я могу изменить аватар. Но я не хочу. Так, кристаллы. Что еще у нас тут? Осколки кристаллов. О, походу вот тут. Да. Так, ну попробуем. Фартанет. Так, пробуем. Выпадет кто оно? Пожалуйста. Чуточку до 4 звезд не дотянуло. Ну ладно. Ясно. Да-да, понял. Нет, не хочу. Назад. А, не, это не то. Закрыть. Вернемся к кристаллам. Я могу еще один такой купить. Ну, попробуем-ка. Фартанет мне тут. Пожалуйста, фартани, удача. И, пожалуйста, кто-то хороший и новый. Да, кто-то новый. А кто? Электро. Лучше чемпионов попробуем. Так. Два новых бойца. Стоп, у меня два мерзотности. Мерзотность 3 звезды и мерзотность 2 звезды. Странно. А что за электро? Угу, понятно. Ну, тогда попробуем в бой. Кстати, а чё тут?
Ну ладно, спасибо. Отстаньте. Да, я хочу забрать. Да, я хочу забрать. И что забираем? Забрать. И вот это забрать. Ясно. Ну и все. Но сегодня я что-то не хочу в сюжетное задание идти. Вот сюда попробуем зайти-ка. А что вот будет вообще? Один на один. Интересно, интересно. А кого-то с самого начала брать? Наверное, вот так. Так, я с настоящими игроками играю. Правильно же? Походу, да. Так, идет загрузка. Так, вот. Да, против настоящих. А чё он так сильно? Во. Вот так тебе. Воу. Ты чё делаешь? Это понижение. А чё я ему не понизил? Это защиту, а он мне понизил. Вот так тебе. Нет. У меня есть шансы уже проиграть. Вот так. Ну да бей же. Да. Победа. Фух. Все сработало. Продолжим. Да, я продолжить хочу тут. Теперь Человек-паук. А матч тут стоит золото, да? 25 штучек. Ну ничего. Мне легко так сделать. У меня золота очень много, поэтому... Ну, можем тут повоевать. Так, вот так тебе. Оу, защита. А чё урон такой сильный? Ты чё делаешь? Вот так тебе. Понижаем защиту. Вот так. О, хорошо-то как сработало. Оу. Хопа. Во, хорошо-то как. Ах ты ж. Пробуешь меня... Ах ты ж. Ну, вот так я думаю... А, не выйдет добить. Но ты меня не добьешь. Вот так. А, тут кайставы даются. Ну, ясно. Это неплохо. Поехали дальше. И что? Продолжаем. И кого брать? Ага. Меджик. Прикольное имя. Прикольное. Против Гаморы. Третий уровень, 7-й уровень. Ну, разница не сильно такая большая будет. Можно так сказать. Так. И вот. Ого, она как Гамора бьет. Ах ты ж. Вот так тебе. Ах ты ж. Ну, так, получи. Оу, это было мощно. Ну, а теперь вот... Ничего себе, конечно. Мощная она. Очень мощная. Думаю, есть смысл ее качать до 10 уровня. Так, продолжим. И кого? Ага, мерзость. Так, Капитан Америка. Надеюсь, все удастся. И мерзость меня не подведет. Так, начинаем. Воу, она неплохо бьет.
Точнее, он, это она. Не, он. Эй, перестань меня бить. Вот так. Ах ты ж. Эй, перестань, перестань. Вот так. Хорошо-то как. Ах ты ж, перестань меня бить. Вот так, Тенс ХП, 10. И все. Мерзость меня не подвела. Это странно так звучит. Ну ладно. Так, еще один кайстал. А с моими персонажами я сколько кайсталов насобирал? Ну, продолжим тут. А кого следующий? Неуд Колосс. А почему он неуд? Так. Ах, ого. Вот это, конечно, костюмчик большой. Так, зачем срабатывает, но не так сильно, как хотелось бы. Опа. Получи. Да он не умеет играть. Хотя нет, умеет, конечно. Ну чё ж ты защиту поставил вот в этот момент? Перестал. Вот так. Во. Понеслось. Я не знаю, кто победит. Мы обои сильны. Ой-ой-ой. А вот это уже плохо. Ну нет, не надо. Маешь. Пробей его. Блин, так слабо. Нет, нет, нет. Убегай. Нет. Мы продуем. Ну почему? Неужели он настолько сильный? Нокаут. Ну почему? Он что, настолько сильный? Это очень странно. Ну, продолжим. Кто следующий? О, черный гром. Я его еще не испытывал. Я испытывал. Да вроде как нет. Так. Железный человек. Так, начинается. Попробуем тебя пробить. Да он ватник. А по мне так слава дамажит. Воу. Да мы тебя быстро разберем, парень. А, ладно. Добью его, наверное, своей той двойной. Дам тебе даже побиться со мной. Бей меня, бей. Ты меня не пробьешь. А вот теперь, воу-воу, ничего себе улета, конечно, очень мощная была. 39 хп, наверное, снесла. Или сколько? Ну, у него осталось 45. И осталось 6, значит, 39. Ну да. Оу, я какое-то задание сделал тут. Так. Ну, продолжим. Кто следующий? Капитан Америка. Капитан Америка против Спайдермена. А какой у него уровень? Ну ладно, ничего. Если не посмотрю уровень. Все равно думаю, у нас все удачно мое пройти. Опа. Ого, да он ватник очень сильный. Так, вот так. Да он сносит хп по-детски как-то. О, а вот теперь начал сносить. Начал. Воу-воу-воу-воу. Перестань. Не надо так. Не надо так, Человек-паук. Так не надо. Так, а сделаем-ка вот так. Воу. Ничего себе. Ничего себе. Мощный Капитан Америка, мощный. Я даже не знал, что он такой мощный. Так, выжим. Ну, поехали.
Выжен так выжен. И снова Спайдермен? Почему все за Спайдерменов играют? Ого, а у него урон поэчный такой. Значит, он наравне с моим выжженным. Во-во. Во. А, блин, он же защиту поставил. А я ж не увидел. Ну и... Зморнував. Ты что делаешь? Ого, урон мощный. Во, вот так. Вот. Вот. Да что ж такое? Он не дает мне ударить. Вот так, вот так. Хорошо. А, ну снова эта помылка моя. Ну почему? Почему он так часто ходит? Я не успела даже походить хорошо. О, наконец-то. Добей его. Еще один кристалл. Так, ну давайте ж продолжим. Так, продолжаем. Кто следующий? О, карате. Интересно, как он атакует? Наберись. Во. Поехали. О, а вот это плохо. Меджик против нас. Это соперник мощный. Точнее, мощная соперница. Ну, поехали. Так, вот она. Ого, она мощно сносит КП. Воу, и мы, конечно, мощно. Перестань. А что это за баф такой? Что с меня самому сносится КП, и что? Оу. Перестань так делать. Во, хорошо. Воу. О, ну, блин, слабо. Воу, хорошо. Опа. Все. Нет, это не все. Живи, карате. Нет. Вот она мощная. Вот поэтому я... Это и сложный бой будет. Воу. Нет. Ну, почему? Почему? Нокаут. Карате, ну почему ты меня подвел? Мы ж почти победили. И она тебя, ой, той добила. Почему все всегда так? Хотя бы ты меня не подведешь. Железный человек против нас. Железный кулак. Так, начинаем. О, кстати, а почему без звука? На звук. Вот так. Перестань бить. Вот все хорошо, как сработало. Перестань. Так тебе. Ого. Вау, даже по защите он слаб какой-то. Так, ну добьем. Нет, сильно громко. Вот так. Так, и мы добили его. Хорошо, все сработало идеально. Так, поехали дальше. Продолжить. Сколько минут уже видео это? 19? А что так быстро? Ну, наверное, я уже доиграю сам собой. Вот что как-то сильно мало бойцов отыграл, а время очень много прошло. Так, ну хватит. Да, я еще открыть. Ага. Нет, вернуться к кристаллу. Так, а что тут у меня? А что тут?
Особое что? О! Вот это хорошо, хорошо. Конечно же. Так. Магазин. Где он тут? Я там что, за эти орехи могу купить? Интересно, интересно. О, вот это хорошо. А попробуем-ка. Сколько я могу сделать тут? 5? Всего-то? Стоп, сколько? Да нет, нормально стоит. И чё всего-то 5? Попробуем-ка. И... Ну ладно, кристалла. Надеюсь, я купил не то, что золото. Да нет, ну не может быть. Чтоб отсюда убойцы не выпадали. Да ну, не выпадают. Ну почему ж? А я потратил на это вообще. Ну прекрасно, прекрасно. Ну ладно. Что тут? Угу. Так, мне бы сейчас серого какой-нибудь. А тут серого, походу, и нету. Золотая, красная. Красная какая-то. Так, ясно. И выпадет что-то хорошее такое. Так. Снова голубое какое-то. Не синее, а голубое. Ясно. Ну и попробуем последнюю попыточку. И... Ну что хорошее? Зеленое. Спасибо, конечно. Так. И последний. И что же? Золотое нет. Нет, не золотом. Зеленое снова. Хорошо, хорошо. Лучше чемпионов. Ну, посмотрим, что я улучшить смогу. Вообще. Так. А это мы улучшить? Нет. А где это можно раздобыть? Повышение уровня. Хотелось бы тебе уровень повышить. Тогда тебе электро. Сразу же 4-й уровень. Ну, хорошо. Так, оно загружается. И да. А что тут? Союз. Что-то. Я какие-то там задания сделал. Так. А, помощь. Ну ладно. Ну чё ж так долго? Давайте побыстрее. О, кстати, за это эти щиты даются. Это хорошо. А куда они мне пригодятся? Кроме вот этих кристаллов. Интересно. А это что тут? Ага. Угу. Забираем. Выходим. А тут что? Еще 10 000. А сколько их у меня уже? Ну ладно, в магазин тогда попробую еще зайти. Может, тут еще что хорошее дается? Тут. Что? А это что? Кристалл сквас. Катализаткат. А вот это что? Такое за кристалл? А, у меня не заблокированы еще. Да. Может, вот это купить? Ну ладно. Попробуем.
Мне же вот эта штучка нужна была для тебя. Правильно? Да нет, я не то купил. Вот же. Я не то купил. Вот это мне надо. Все. Теперь что? Наконец-то. Да. А что не так? Я ж купил вроде как. Я ж вроде как купил. И что? Инвентарь. Ничего не понимаю. Я же вроде купил. Ничего не понимаю. Ну ладно. На этом, думаю, все. Всем пока-пока.